они все знали. А люди из Севастополя знают все. Значит так, есть ли в зале девушки, которые очень хотят петь, но у которых нет нужных девушек? Иди, иди ко мне, пожалуйста. Ну иди, иди, не бойся. Под аплодисменты жало, естественно. Дорогие друзья, встречайте очаровательную Тимирянку! Друзья, это Катя. Катя опоздала, на три близки, хотели опоздать пораньше. Значит, Катя, у тебя нет слуха, дай голоса. Точно? Давай проверим. Спой на какую-нибудь песню, пожалуйста, акапелла. Катя, пожалуйста. Давай. Ну, любую, любую. Хорошо, друзья, я сейчас Кате помогу. Кстати, Мельник затанцевал, это уже, значит, что концерт в разгаре. Значит, друзья, Кать, смотри, я тебе сейчас скажу, я тебе помогу, смотри сюда. Песня, она специально написана для тех девушек, у которых нет ни слуха, ни голоса. Поется припев так, слушай внимательно, очень внимательно слушай мелодию. Кать, давай. Смотрите, куда? Я хочу заслонить тебя от агрессивных человек, людей с Севастополя. Ну да? То есть они себе такие же хотят? Значит, Кать, репетируем в зале тоже, помогаем все девушки, которые хотят петь, но пока у них нет спонсора. Вместе с нами пока. А какая внизу? Раз, два, три, четыре. Ребята, ты надолго? Смотри, что. Я тебе сделал песню, финал, точнее, припев, понимаешь? Ты ее повторяй, там мелодия не нужна, будет все хорошо, смотри. Еще раз, запоминай. А какая невезуха, абсолютно нету слуха. А кому такое дело, а мне бы дали, а я бы спела. Поняла? Точно поняла? Раз, два, три, четыре. А какая невезуха. Четыре строчки. Ничего, ничего. А какая невезуха, нет ни голоса, ни слуха. Не знаю много слова ритма, но говорят, есть чувство ритма. Я тебе помогу, давай вместе. Раз, два, три, четыре. А какая невезуха, абсолютно нет ни слуха. Поем с тобой вместе. Неистовствует зал. Куплет пою я. Катя во время куплета эротично танцует. Но только аккуратней сзади, Пупчик. Еще никогда барабаны ему не мешали. Поэтому работаем на зал. И в кашу, да? Приготовились? One, two, one. У нее глаза в 500 карат, у нее загар как шоколад, у нее фигура выше сфер, у нее четвертый размер. У нее ноги аж от бровей, все модели завидуют ей. Но есть один страшный пьянки, а я вам расскажу, что...
Смотри, выйдет в интернет. У меня есть машина тяжела. Не мой, но тоже хорошо. То есть они страшные пьяные. Я не могу сказать за Следующая песня, друзья, тоже, собственно,